Мотор камеры, поехали. Квинтоли, эта тема такая вообще, конечно, супер-мега сложная. Даже таким разным прям профиком, мастодонтом этот вес супертяжем барабаном иной раз не под силу. Поэтому постепенно начнем, значит, повышая градус сложности. Что такое квинтоль? Квинтоль – это длительности, да, то есть группа длительностей, которая укладывается в measure, то есть измерение в такт. Ну, например, возьмем от клика до клика, да, укладывается 5 субдолей. То есть от одной доли к последующей доле у нас должно поместиться 1, 2, 3, 4, 5 субдолей. Итого, шестая приходится в следующий клик. Расстояние 1, расстояние 2, между ними пространство. Нам нужно сюда поместить 5 ровных ударчиков на равной дистанции. Шестой придется снова, соответственно, в клик и так далее. 5, 5, 5, 5, Ctrl-C, Ctrl-V. Как такие штуки тренировать? Вообще нужно привыкнуть к пульсации на 5. Для этого мы играем обычные 16 ноты, совершенно вообще не привязывая ни к какому там метроному, ни к чему не привязывая. Обычные 16. В голове просчитываем их на 4, пока клик вообще не трогаем. Без акцентов, без каких-либо вообще, без ничего. Нужно убедиться, что пульсация ровная по динамике и ровная по ритмике, то есть дистанция между ударами одинаковая. Далее мы выделяем только первую ноту, первую из четырех. Раз, два, три, че. Раз, два, три, че. Делаем обычные 16-е с акцентом в первую субдолю. Так вот, нам нужно уйти от четырехдольного мышления к пятидольному, если можно так сказать. Что для этого нужно? Нужно сместить вот эти вот акцентные удары, перевести их в призраки. И акцент, который был один из четырех, сделать один из пяти. То есть мы играем раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сделать эти группы из четырех, сделать из них группу из пяти. Вот и все. То есть, опять же, не привязывая ни к метру, ни к бас-барабану, ничего, просто в голове потренироваться, поиграть группы из пяти нот, акцентные. Акцент, призрак, 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 призрак. Попеременный штрих. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. И привыкнуть к тому, что у нас акценты будут смещаться с правой руки на левую, с левой на правую. Сначала у нас начнется, значит, сначала масло масляное. Правая, левая, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, че, пять, раз, два, три, че, пять, раз, два, три, че, пять. И вот так вот попривыкнуть медленно, потом можно уже чуть быстрее играть, без клика. Только вы привыкли, поиграть в разных темпах. Есть такое понятие home tempo. У каждого человека есть скорость, в которой ему удобно играть. Ну, кто-то, например, там более вяленькие ребята, например, или девчата играют. У кого-то такое home tempo, у кого-то home tempo. Все мы разные, и вот этот вот ритм, темп комфортный для нас, он называется home tempo, домашний темп. Потому что дома мы себя чувствуем себя комфортно. Соответственно, здесь тоже он комфортный темп для каждого человека. Поиграйте эти пятерки вот в этом home tempo. Для меня это какой-то средний, я такой, ну, не быстрый и не медленный. Вот. Золотая середина, золотая молодежь, золотой дождь. Коля улыбается. Чем несу? Несу квинтоли в массу. Позамедляйте, поускоряйте и так далее. Далее нам нужно все это дело уложить что? В метроном. Правильно, в метроном. Как это уложить? Это будет сделать сложнее, чем уложить женщину на постель.
Потому что вот эти акценты нам нужно положить в клик. То есть у нас есть метроном. Я бас-барабаном его изображу, а потом будет его электронный человек изображать. И вот эти две... аппликатуру эту нужно уложить каждый удар правое-левое. Между ними сыграть необходимо 4 удара из 5. Оно то. Но это мы играем сами под себя, для себя. То есть, да, то есть мы попадаем бас-барабаном вот в эти акценты. То есть мы начинаем играть без бас-барабана, только акцентируя каждый пятый. Потом продублируйте бас-барабаном эти акценты и попривыкните. Вот это типа будет метроном. Ментально, да, тут ментальная прокачка. И считаем. Раз, два, три, четыре. У нас дело доходит до клика. Мы сейчас делаем то же самое, только играем с кликом. Будет еще чуть посложнее, потому что он более ровный. Я сейчас все равно играю несовершенно ровно, да, то есть какие-то все равно там есть подплывания. Нам нужно играть ровно. Что за хуйня? Даже метроном несовершенен. Сейчас разогреется, прогреть надо, парня. Я сделал все то же самое, я прям постепенно разжевываю, да? Сначала руки, потом давил бас-барабан, привык к нему как к четвертному. То же самое, включил клик, начал играть бас-барабаном уже с кликом и, соответственно, сделал то же самое руками, да, то есть играл тиквинтоли. Дальше, как играть различные упражнения? Вот здесь вот уже этап номер два, он еще более сложный. Нам нужно выучить определенную мелодическую последовательность. Я имею в виду мелодическую последовательность в руках. Она звучит следующим образом. Пам! Па-пам, пам-пам-пам, па-пам, пам, па-пам, па-пам-пам, па-пам. Играем руками. Справа налево флэм, пам, па-пам. То есть получается флэм справа налево, правое левое. Пам, па-пам, па-па-пам, left-right. Да, то есть right, left, right, left, right. Пам, па-пам, та-та-там, та-там. Пам, па-пам, па-пам. Вот эту штуку нужно выучить, мелодию, да, пам, та-дам, та-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 та. Если вы ее выучите, будете держать в голове, вы сыграете абсолютно любую фигуру, какую хотите, любой рудимент, в любом практически темпе, ну, в здравом понимании этого слова, квинтолями. Почему? Объясняю дальше. Мы вот эту вот мелодию... разбиваем на две поверхности. У меня это будет правая рука в тарелку райд, левая рука останется на хай-хете. Звучит то же самое, мелодия та же самая. И это у нас будет с вами полиметр. Что такое полиметр? Полиметрия, поле, это 2 или более метров сразу. Начало у них вот в этом вот флэме справа и налево, дальше идет... это начало. Если я отключу любую из рук в процессе игры, давайте я это сделаю. Сначала правую, потом левую. Вы убедитесь, что я играю совершенно ровно правой и левой рукой соответственно, в момент, когда я отключаю ту или иную руку. Но скорости будут разные. Если я снова включу две руки одновременно, у меня будет в одном промежутке времени 4 доли в такте. И 5 долей такта, и они сойдутся снова в новом такте в первую долю, понимаете, да? То есть дистанция у нас 100 метров, нам нужно разделить на 25 метров, то есть на 4 кусочка, и на 20 метров,
5 кусочков сделать. Все как в математике. Вот я, собственно, правой рукой делю по 25 метров, а, точнее, левой рукой, а правой рукой на 20 метров. Да, то есть на 5 отрезочков. Рисунок, да, то есть здесь ровные 5 ударов в такте получаются, так как они короче, эти кусочки, здесь 4, но дистанция все та же 100 метров, они сойдутся здесь через 100 метров снова вместе, вместе снова возвращаемся к метроному. Как тренировать такую штуку под метроном и как использовать этот полиметр, чтобы играть любые фразы, любые фигуры квинтолями. Метроном ментально мы представляем в качестве хай-хета. Я его сейчас включу, прогрею, чтобы он ровно начал играть. И, соответственно, ориентироваться буду. Правая рука, это будет метроном. То есть вот этот клик вы будете слушать из колонки. И у меня хай-хет будет совпадать. То есть левая рука будет совпадать. Правая рука, она будет также делить дистанцию по 20 метров на 5 кусочков. Так вот, мыслить я буду, мой разум будет находиться здесь. В то время как клик будет находиться здесь. Это очень важный момент. Вот сейчас нужно это просто понять. Я буду играть под вот этот метр, биты, все что угодно. Но мелодически я буду клик слышать не ровными. Раз, два, три, четыре, как мы привыкли, все в долю. А он у меня будет смещаться мелодически вот с вот этой вот. Вот эту я акцентную ноту буду слышать. Надеюсь, я вот насколько максимально могу, объясняю. Поехали, я сыграю теперь под клик эту всю историю, выделю, и вы тоже услышите, в чем прикол. Сейчас разобьемся. Ориентируюсь на четверти, которые были в правой руке. Мелодически я слушаю смещенный метроном относительно всей этой конструкции. И играю пам, та-тум-пам, пам, пам, та-тум-па, тупам, тупам. То есть для меня он уже звучит как часть мелодии, акцентированной, со смещенными акцентами, равно удаленными друг от друга. Так вот, если держать эту мелодию в голове и продолжать играть, например, давайте на хай-хете я буду играть ее, то можно играть любые длительности, любые комбинации. Я постараюсь продемонстрировать, ну, по мере, опять же, возможного ровности, двойками поиграть, сингл парадидлы, right-left, всеми любимые, и различные рудименты, просто постараюсь поимпровизировать. Но я буду держать, сначала я буду держать четверть в моей голове, ментальную четверть, которая делит дистанцию на 5 частей, под вот этот вот хай-хет правую сторону. Прогреваем. Yeah.
далее, да? То есть получается, что происходит? Ментально я играю под четверть, которую в своей голове держу как бас-барабан, я потом ее отключаю. Вот в голове у меня четверть, это продолжается. А физически я играю, получается, для всех, особенно когда включаю ногу, я играю квинтолями с различные группы аппликатур, да, там, то есть я играл одиночные удары, я играл двойки, правое-левое, 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 и сингл парадидло, right-left-right-right-left-right-left, с акцентами, разумеется. Также играю квинтоли и перехожу на двойки и умножаю на 2, то есть я играю 10, то есть на клик у меня происходит 10 ударов, да, то такое просто ровно, так скажем, то что ровно, немножко неправильно, под обычный четвертной клик в здравом уме человек, ну, это невозможно разделить, потому что мы, как ни крути, мы все равно, у нас там рука-рука, нога-нога, мы все равно парно мыслим, дуально. И чтобы уместить такие вещи во времени, нам, как ни крути, нам нужно мыслить с ассоциативным рядом. Это только ментальная прокачка. И, соответственно, я играю все так же дуально, я играю под вот этот метр, под пятидольный метр, так скажем, да, который делит на 20, вот эти вот по 20 кусочки в такте, по 5 кусочков делает. То есть вот это. И двойки эти играю как на 4 четверти, вот под этот метр. То есть я считаю 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Играю эти двоечки вот под этот метр. А для чего это нужно? Такое резюме. Я надеюсь, насколько мог вообще максимально разъяснил свое мышление, как я это вижу, как я это играю. Надеюсь, хоть что-то вам из этого понятно. Если нет, пишите мне обязательно в комментах. Я буду прям фрагментарно делать видео таким образом. Есть понятие физическая игра на барабанах, а есть ментальная прокачка. То есть, вот, в том числе у западных барабанщиков есть такое mental training, да, то есть ментальная тренировка. Вам нужно понять, осознать, что ритм сам по себе, он многогранен. Он не просто, вот, ну, с одной стороны мы смотрим, да, то есть в сильную долю. Это как на сайте про автомобили. Ты заходишь, ты можешь посмотреть ее справа, слева, сбоку, сверху. То есть покрутить эту модельку в 3D-варианте. Ну, или там, то же самое и здесь. То есть когда мы уходим от вот этой вот сильной доли, играем в слабую долю, играем на смещенную 16-ю вперед-назад, играем вот эти квинтоли со смещенной долей вперед-назад, мы начинаем чувствовать ритмический рисунок совершенно с разных сторон. То есть мы его можем покрутить также, посмотреть, как эту модельку автомобиля на том или ином сайте. Главное, не напор на сайте, хотя почему нет. Вот. Соответственно, мы можем посмотреть ее с разных сторон. Капот, там, я не знаю, и так далее. То есть то же самое, если мы, ну, вот пространство, вот комната, например, там одна стена, вторая, третья, четвертая. То есть мы вещи размещаем в разных точках этой комнаты. У нас получается объем. Так вот, если все вокруг, вдоль одной стены выставлять, у нас не будет этого объема, все вещи прилипнут к этой стене. То же самое, если вы тупо мыслите в клик, в сильную долю, вы будете играть однобоко. Все это в клик. То есть очень важно стараться играть и привыкнуть ментально, мыслить и ощущать ритм и в сильную, и в слабую, и в смещенные. Ну, вот смотрите.